Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня хочу порадовать вас новинками в магазине «Магнит Косметик». Заметила в магазине новую коллекцию под названием «Хлопок». Товары поинтереснее, чем фикс-прайс. Термокружки по форме как фикс-прайс, но необычные внутри сухоцветы. 299 рублей 350 мл. Эти кружки понравились по форме. 370 мл объем, материал костяной фарфор. 170 рублей есть бежевые и белые. Есть еще зеленые, коллекция имеет натуральные приятные цвета. Еще одна кружка, с одной стороны рисунок цветов, объем 310 мл, материал костяной фарфор. За 130 рублей. Тарелки стеклянные, зеленого цвета, 24 сантиметра диаметром. Краска нанесена снизу, цена 200 рублей. Еще есть в продаже тарелки в форме листочка. Сделаны они абсолютно так же, за 160 рублей. Также в осеннюю тематику хорошо вписывается набор пиал. Керамические 3 штуки, диаметр 10 сантиметров, за 300 рублей. Стеклянная ваза с широким горлышком зеленого цвета. Цена 250 рублей. Бокалы в этой коллекции объемом 300 мл за 250 рублей. Подозреваю, что такие не совсем удобно мыть. Сразу в комплект можно подобрать стаканы. 270 мл, цена 200 рублей. Бокалы и стаканы в магазине представлены в трех цветах. На этой же полке размещен электрический чайник Welford. Литр 800 мл за 700 рублей. Обычные чайные свечи, нецветные, 10 штук, за 80 рублей. Набор салфеток в подставке, салфетки 30 на 30 сантиметров. Есть и другие цвета, за 450 рублей. Появились зеленые салатники, 10,5 сантиметров диаметр, 160 рублей. И это еще не все. Есть большие салатники за 360 рублей, 20 сантиметров в диаметре. И есть еще вот такие тарелки, большие за 210, плоские за 220. Настольная салфетка диаметром 30 сантиметров, что-то похожее можно найти в фикс-прайс, из растения, цена 230 рублей. Поштучно продаются салфетки из хлопка, в комплекте кольцо из соломы, цена 170 рублей. Набор прихваток с изображением хлопка, квадрат 20 сантиметров и варежка, цена 200 рублей. Скатерть из коллекции хлопка выглядит следующим образом. Она блестит, размер 145 на 180 сантиметров, 100% полиэстер, цена 600 рублей. Есть еще голубые с зеленоватым отливом. И такие же есть салфетки махровые, размером 30 на 30 сантиметров, 3 цвета за 90. Рядом полотенце вафельное жаккард. 50 на 70 сантиметров за 230. Полотенце махровое из 100% хлопка, размер 30 на 50 сантиметров за 170. Здесь больше, 50 на 80, 390 рублей. Снизу похожие, то на 150 за 1100, а эти 70 на 120, 800 рублей. Комплект постельного белья двухспальный, хлопковый, дом Перкаль. Один пододеяльник, одна простынь и две наволочки 50 на 70 сантиметров. 2000 рублей. Обратите внимание, что хлопок есть крупный и мелкий. Еще недорогая машинка для снятия катушек. Работает от батареек. В комплекте есть щетка для чистки. 150 рублей. Переходим к рассматриванию тапочек мужских. Состав хлопок. Термопластичная резина. Те же цвета. 600 рублей. Пушистый плед размером 150 на 200 сантиметров, выполнен из полиэстера. Плед перемотан бантиком, цена 1200. Эта коллекция не только про товары для дома, в ней есть палантин женский размер 70 на 120 сантиметров. Палантины есть розовые, зеленые в клетку, цена 300 рублей, а под ними шарфы за 400. Шарфики эти очень пушистые, однотонные. И свисают длинные кисточки. Я специально зашла еще один в магазин «Магнит Косметик», потому что ассортимент у них иногда отличается. Все адреса в описании и на экране. Здесь наткнулась на кухонные весы Welford. Максимальная нагрузка 5 кг. Цена 500 рублей. В продаже термокружка с бензиновым переливом. 350 мл. 300 рублей цена.
Вазы для цветов в нашем магазине только белого цвета. Производитель Китай, материал керамика. Сделанная аккуратно, горлышко широкое, 300 рублей. Сервировочная прямоугольная салфетка совсем не впечатлила. Как будто скоро рассыпется, 150 рублей. Мягкие женские носочки оформили даже бантиком, 98% полиэстер. 120 рублей, цвета в ассортименте. Нашла еще полотенце с изображением хлопка, точно таким же, как на прихватках. 45 на 60 сантиметров, 130 рублей. Плотное полотенце с надписью «Хлопок», размер 48 на 70 сантиметров, 250 рублей. Есть зеленые и бежевые. Вот эти тоже очень прочные. Полоску, но надпись темнее. И есть еще один вариант. 48 на 70 за 220. В таком же оформлении, как пледы, я нашла подушки. 45 на 45 сантиметров, 3 цвета, 500 рублей. Еще, оказывается, в этой коллекции есть покрывало жаккардовое, стеганое. Большое, 200 на 220 сантиметров, 1200 рублей. Коралл флис, 150 на 180, они по 900 рублей. Вафельный плед – отличная находка, ведь можно укутаться самому в него. Стопроцентный хлопок – 150 на 170. Дороговато – 1500. Заметила здесь еще один вариант кружек с лицом. 340 мл за 130. Низкие кружки, около ручки есть цветы. 330 мл – костяной фарфор. Эти кружки в магазине представлены в трех цветах, и цена 130 рублей. Рядом повыше кружки стоят, но цена не отличается. А вот гладкие и высокие за 200. Еще мне приглянулись стеклянные бокалы, красиво сделанные и тяжелые. Объем 160 мл. В таком же оформлении есть стаканы 330 мл за 160 рублей. Бокалы, кстати, по 210. Полотенце вафельное, хлопок 50 на 90, 330 рублей. 70 на 140 вафельная за 650. Все очень хорошо сочетается. Еще мне приглянулись шапки, они подходят на обхват головы до 58 сантиметров. 10 шерсть, 90 акрил и цвета в ассортименте. Еще один вид шапочек, тоже крупная вязка, но изнутри есть флис. Цвета беж, черные, оливковые, цена 600 рублей. Эти шапки чуть тоньше, и цена на них 500 рублей с нашивкой. Примерила парочку, показались все очень высокими. На сегодня все, благодарю за просмотр, поддержите видео лайком, подпишитесь на канал. Всем хороших покупок и пока-пока!